принят федеральный закон, который регулирует вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи, можно будет в течение 5 лет с 1 сентября этого года. Гаражная амнистия коснется только гаражей, которые были построены до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие градостроительного кодекса. Под гаражную амнистию попадают только гаражи, как капитальные, так и металлические сварные, которые были построены в гаражных и гаражно-строительных кооперативах. Так называемые ракушки – гаражи, возведенные на своем участке рядом с жилым или садовым домом, а также объекты, которые используются в коммерческих целях, например, как мойки или автомастерские, под действие гаражной амнистии не попадают. Также нельзя будет в упрощенном порядке оформить право собственности и на гаражи, расположенные на территории коммерческих объектов, многоквартирных домов.